форме 797 километр. В двух шагах от пути расположен поселок зомби. Население поселка все поголовно зомби. Даже дети лягушки и главный бухгалтер зомби. Если мимо проходит поезд, они встречают и торжественно машут в окна частями тела. Будут избранные фрагменты народных песен, и поэтому там давно поезда не ездят. Та-да-да-да-дам, та-да-дам. Одного пожилого зомби зовут Степаныч. Он при жизни топил котельную в детском доме. Вот однажды решил с похмелья прибавить газу, и теперь обучает тут молодую смену. А напротив живет Титова Надежда Львовна, бывший диктор гостелерадио с долгим стажем. Одно время была ведущей программы «Время», пока не поперхнулась фамилией Квамен-Крума. Та-да-да-да-да-дам, та-да-дам, та-да-да-да-дам. Участковый в поселке зомби майор Матвеев. Он особенно страшен, когда надевает форму. В ней он ходит к своим коллегам в другой поселок. Но они не боятся, все они тоже зомби. На соседней платформе тоже поселок зомби. Вдоль дороги одни сплошные поселки зомби. Вся страна состоит из этих поселков зомби. Кто не верит, садитесь в поезд и приезжайте. Та-да-да-да-дам.